Альянс за объединение румын АУР устроил протест перед посольством России, потребовав вывести военнослужащих из Левобережья. Акция была приурочена к годовщине первой волны сталинских депортаций. Нужно законодательно установить сумму и выплачивать компенсации тем, кто еще их не добился. Нужно принять меры против Российской Федерации на международном уровне, чтобы взыскать убытки. Возложив цветы к мемориалу жертвам репрессий, члены и сторонники АУР переместились к российскому посольству, взяв с собой флаги, карты Великой Румынии. Эта земля не была и не будет российской. Путин, Вова, забери свою армию из Молдовы. Вот и все. Мы решили подняться из-под сапога восточных оккупантов, встать на защиту наших прав, вспомнить всех дедушек и бабушек, с которыми жестоко обращались, убивали и бросали в темницы. Одну из принесенных карт Великой Румынии унионист Валерий Мунтяну попытался через сотрудников посольства передать Владимиру Путину. Мы обратились к представителям посольства России с просьбой прокомментировать протестную акцию, но ответа пока не последовало.